Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на устройстве Google Pixel выйти из режима Recovery. Попали вы в этот режим специально или же по нелепой случайности, и вы сейчас, если вы сейчас не имеете понятия, как же из него выйти. Для начала вам стоит знать, что используя кнопки громкости, можете перемещаться по данному меню. Используя кнопку включения, вы можете сделать выбор. И чтобы выйти, у вас есть два выхода. Вы можете выбрать последнюю опцию Power Off и просто выключить ваш телефон, или же первую опцию Reboot System Now и его перезапустить. Как я и поступлю. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.